Пилотный проект оценки медучреждений запустили в Белгородской и Липецкой областях. Жителям предложили оценить комфорт поликлиник и больниц, удобство записи на прием, внимательность персонала, длительность ожидания помощи. В Белгородской области в опросе участвовали 1110 человек. Пока давать оценку тем, насколько белгородцы довольны медпомощью, преждевременно, пояснили издательскому дому «Коммерсант» в областном Минздраве. Эксперты же считают, что результат не будет объективным. Когда ведомство измеряет эффективность самого себя, налицо конфликт интересов.